Здравствуйте, подписчики, здравствуйте, зрители. С вами я, Кирилл, и мой канал Кирилл Ржевский. Это не видеоурок, не прохождение, не обзор, как вы могли подумать. Это обычное мое внеплановое видео для той аудитории моего канала, которая у меня смотрит прохождение видеоигр. Я знаю, что таких людей очень мало, судя по просмотрам и лайкам с дизлайками, но они есть, и для них данное видео. Как вы помните, ребята, в последних новостях канала я обещал измениться, исправиться, убрать из своих дальнейших видео нецензурную лексику, нецензурные выражения. И частично я данное обещание выполнил, а частично нет. То есть я продолжил выпускать The Evil Within с шутками, матами и сам там матерился как сапожник. Я продолжил выпускать Resident Evil 4 с гоблинской озвучкой, также с матами. И успешно их, собственно, выпустил. И, ребята, осталось у меня еще два прохождения. Это Resident Evil 5 и GTA 5. И когда я эти прохождения выложу, то я уже полностью начну свой канал с чистого листа. То есть аккуратненько так, интересненько, познавательно и прочее. То есть без всяких там матов, нецензурных выражений и всего прочего в этом роде. Значит, Resident Evil 5 я записывал с осени 2016-где-то весна 2017 года. В это прохождение я также, как и в Resident Evil 4, вставил озвучку Рид. Так что вы будьте в курсе. А то потом будете говорить, вот обещал исправиться, извиниться, а сам снова видео материшься и всего прочего. И сам там матерился, собственно говоря, там не по-детски, так сказать. Так что вы это знаете заранее. Потому что эти видео были записаны еще до того, как я записал последние новости канала о том, что решаю измениться и все прочее. И это прохождение GTA 5, которое я начал записывать в 2016 году, где-то в марте. И продолжаю записывать по сей день. Вы не поверите, но это так. Продолжаю записывать GTA 5 в новом стиле, так сказать. Уже в адеквате, и вы со временем все увидите. То есть скоро уже где-то с послезавтрашнего дня или даже уже где-то с 1 августа 2017 года я буду выкладывать GTA 5 и Resident Evil 5. Собственно, вот что я хотел вам, ребята, сказать в данном моем видео, чтобы вы не думали, что я записывал новости канала просто так, чтобы попонтоваться и все прочее. Я это обещание сдержу, но чуть-чуть попозже, потому что эти видео записаны еще давно. Я, кстати, поставлю на них дату, когда они были записаны, чтобы у вас не было никаких вопросов по этому поводу. Так что смотрите, может кому-то это и нравится, так что вот такие вот дела. И, кстати, скоро выйдет прохождение у меня Resident Evil 4 Separate Ways, другие пути, уже, наверное, завтра. Либо сегодня, в момент, когда я записываю этот видеоролик, либо уже завтра. Записываю я без озвучки и рит, то есть без мата, без всего, то есть адекватное прохождение, так сказать. Так что вам должно быть интересно, вы не заскучайте, и поэтому смотрите с удовольствием. Также я выпущу к этому прохождению клип свой, так сказать, на который вы тоже должны взглянуть. Все, ребята. С вами был я, Кирилл, и мой канал Кирилл Ржевский. Надеюсь, вы все поняли, и у вас не будет ко мне таких лишних, так сказать, вопросов. Все, всем до встречи, всем удачи, всем пока. Увидимся в моих будущих видеороликах.